Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразно, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения. На прежнем месте в эфире радио «Атинат» в понедельник, среду и пятницу, 16:16. Здравствуйте, вы слушаете передачу «Точки соприкосновения», которая выходит в эфир в рамках проекта «Радио Атинат». А сегодня в рубрике «Культура и традиции» тема нашей передачи «Институт Аталычества». Я напомню вам, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatinati.g, посмотреть одноименную страницу в Facebook. Веду передачу я, Майя Пипия. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. Ну что ж, сегодня мы будем говорить о традициях аталычества в культуре Абхазии Самегрелу и о параллелях, которые существуют, о точках соприкосновения, о том, какими терминами обозначается аталычество в Абхазии и Самегрелу. В этом нам поможет этнолог Нона Кубалия. Беседу с ней мы предлагаем вам в сегодняшней передаче. Институт аталычества присущ и грузинскому, и абхазскому народам, и особенно сближает он мегрелов и абхазов. Аталычество возникло в древней эпохе, и это удостоверяется тем, что в географических произведениях, в географических памятниках грузинской литературы у нас встречается термин «мамам дзюдзе», «дедам дзюдзе», что нечто иное, чем аталык, мать, кормящая своей грудью чужого ребенка, и мужчина, воспитывающий чужого ребенка. На чем основывается сама эта традиция, как она образовалась и для чего, собственно, она существовала? В явлении аталычества лежала высокая нравственная мораль, когда людей сближала не только биология, гены, но и нравственный кодекс, любовь человеческая, идущая от Бога. Расскажите нам, пожалуйста, какое слово, например, в грузинском соответствует слову «аталычество»? Как я сказала, термин «мамам дзюдзе» у нас встречается в памятниках 7-8 веков, но этот термин в обиход наш более так значительно вошел примерно 16-17 веков, когда сословия старались сближаться друг с другом, и особенно дворяне старались приобрести в лице к своих крестьян людей, которые бы шли с ними на смерть, которые бы стояли рядом с ними в любых опасных, неопасных ситуациях, в радости, в боли и в обычных ситуациях. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. В прошлом как отдавали и когда отдавали ребенка на воспитание в семью аталыка? К чему стремился дворянин, когда отдавал на воспитание своего ребенка крестьянину, который не мог ребенку дать какие-то знания из книг, но здесь главное было то, что он учил ребенка жизни, а это дворянин хотел, чтобы ребенок его знал, познал трудности жизни с ранних лет, чего бы он не мог познать в апартаментах отца. К тому же он приобретал этим для своего ребенка братьев, сестер, которые не были кровными, но были молочными братьями и сестрами. И очень были преданы, насколько я понимаю. И крестьяне, конечно же, ожидали взамен чего-то. То есть, какое могла быть, скажем, как благодарили, что он получал взамен? Может быть, не из так меркантильных соображений, но все же, как это все происходило? А что же крестьянин? Крестьянин тоже оставался не без подарков, подарка жизни, потому что в лице человека, который отдавал именно воспитание своего ребенка, он приобретал покровителя, который стоял рядом с ним всю жизнь. И человек, которого он воспитывал, он тоже шел за его гробом, когда он уходил в последний путь. Выше этого нет ничего, наверное, в отношениях людских. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи.
эпоха была такая, что отлучество имело классовый характер. Ну вот как это происходило? Вот имело ли это какую-то иерархию? Кому отдавали дворяне своих детей? И в Грузии, и в Абхазии в рамках отлучества ребенка дворяне отдавали порой людям, которые стояли ниже в дворянском сословии, но с тем условием, что люди, стоящие на более низкой ступени сословия, они не сами кормили ребенка, они, в свою очередь, брали, опять же, крестьянина, которая кормила молоком ребенка, который был ему передан вышестоящим лицом. Вообще-то, жены дворян и князей сами никогда не кормили своих детей, и можно сказать, что все наши князья, все наши представители высоких сословий, они пропитаны или вскормлены крестьянской кровью. И это сближало сословия и сплочало людей, принадлежащих к разным сословиям. И это как-то создавало, образовало нацию как единство, общность. Как это звучало, скажем, на абхазском, а далее мы, наверное, узнаем уже... В терминологии абхазов отлычество заменяют слова, в которых корни идут из мигрельских слов. Опять же, там мы видим молоко, цидя и так далее. Это было тоже признаком того, как были мы близки, мигрелы и абхазы, друг с другом. В абхазском языке отлычество, отлык, это нечто иное, чем аббадзей. Вы, наверное, слышите дидзя в этом слове, а абба на абхазском языке означает отца. А что касается матери, кормящую ребенка, она называется в абхазском анадзей. Ан – это мать, и дзей, опять же, то же самое дзюдзей. А само отлычество называется термином адзарра. Тоже идет из термина дзидзя, с мигрельского термина «дзюдзю», «дзидзя». Но эти термины, как ни странно, почему-то встречаются в Абхазии, на бзыбской стороне абхазов, которая вроде бы отдалена от мигрелов, а ближе к нам в географическом смысле абжуйские абхазцы, но тут заменяет слово «адзра» другой термин – это «ахашара». Но само «ахаш», оно обозначает «молоко». Здесь вроде более по-абхазски звучит, чем в зыбских абхазах, но люди не сидели дома, замкнуты, изолированы, они ходили друг к другу, они общались, они дружили, и термины так переходили и переводились, расширялись в географическом смысле слова. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. В Самегрылу это было Морду, который был сам аталык, воспитатель ребенка, а воспитанник назывался Нарда, воспитанный. В абхазском тоже было два термина, но особо употребляется термин Анхубха. Тут мы слышим слово «мать» – «ан», но тут уже этот термин, видимо, появился на той ступени развития, когда вновь роль женщины приподнялась чуть. Она в первые времена была более принижена, но все таки в конце концов, все-таки всплыла роль матери, и словом, обозначающим воспитанного ребенка, было «анхубха». А не вызывало ли это протест у матери? Как происходило так, чтобы не было уж это так болезненно отдалять ребенка от матери? Никто это не протестовывал? Как это все происходило? Ребенка на воспитание крестьянину отдавали сразу же, как только он рождался, и порой до того, как мать могла клянуть на своего ребенка. Считалось, что это вызывало лишние эмоции, и после того, как мать ложит ребенка к своей груди, ей будет трудно расставаться с ним на долгие-долгие годы. А отлычество, оно продолжалось действительно многие годы. Порой ребенка брали назад, когда ему исполнялось 3 года, а порой даже до совершеннолетия. И за все это время мать и отец не могли видеть своего ребенка. Они сами отрекались, если это не грубо
группа сказана от ребенка, на благо ребенка, потому что они считали, что раз ты отдаешь ребенка на воспитание другому, и там уже обозначились формы отцовской любви, сыновей любви, то вмешиваться в тот момент, когда ребенок еще не может углубиться, что это означает, не стоит теребить ему нервы и делить любовь к ребенку между двумя семьями. Когда ребенку исполнялось 3 года, и он уже мог различать лица, он уже был привязан к семье, которая его воспитывала довольно крепко, потому что в этом возрасте дети особенно связаны с воспитателями, то они, дворяне, давали себе право идти и взглянуть на ребенка. Семья воспитателя накрывала большой стол, устраивала пир, хотя и дворянин не шел туда пустыми руками, он обязательно вел туда корову или буйвола и нес разные подарки для кормилицы, для воспитателя, и это была часто и семейная утварь, и более дорогие вещи, но в основном все-таки это были символичные вещи, потому что дворяне считали, что слишком расщедриваться нельзя, потому что может там появиться какая-то корысть, а это они хотели для своего ребенка бескорыстную любовь, а людские отношения, они корысть к корысти не отнесешь, потому что людские отношения, они имеют свое назначение, и они более ближе к Богу, чем к земным чувствам. Да, сложно все это, конечно, но, наверное, эпоха оправдывает все это, но все же необычно, как там, действительно. Но мы слышали о том, что в основном мальчиков отдавали на воспитание, хотя были и девочки отдавались, были случаи, когда и девочки отдавались на воспитание. Как в нашем случае это происходило вот в традициях близких к нам? Когда ребенку исполнялось 3 года, если это был мальчик, то он целиком, его воспитание перекладывалось на плечи воспитателя, отца, приемного отца. А если это была девочка, то она оставалась рядом с матерью, и целиком ответственность за нее, за ее мораль, за ее знания несла мать-кормилица. Мы заговорили о девочках. Тут надо отметить, что у наших осетин, у наших сванов, у нас мигрелов девочек отдавали очень редко. Это были особые случаи, особенные случаи, когда дворянин ставил глаз на крестьянина, который ему был очень нужен или симпатичен, и которого он считал достойным, чтобы он воспитал ребенка. И потом не было обязательно, чтобы появлялись сразу сыновья. Девочки тоже рождались. И если очень хотелось обратиться с этой семьей, то отдавали девочку, хотя более скрипом сердца, чем мальчика. Когда мальчик уходил из дома, они знали, что он вернется домой. Но если отдаешь девочку, то к 18 лет она может выйти замуж, и может произойти так, что она вообще выросла вне семьи отца. Поэтому немножко сдерживались. Но это все-таки бывало и до конца почти что 19 века. Я как-то говорила о том, что все наши дворяне почти носят крестьянскую кровь, и это действительно так, потому что, к примеру, если взять последнего правителя Абхазии Михаила Шервашидзе, он рос в Адыгее, в семье от своего Адалыка. Это был очень известный человек, он был крестьянин, но он был весьма почитаемым человеком, другому бы правитель Абхазии сына не отдал, и история сохранила его имя. Вот интересно, как развивались отношения между воспитанником и воспитателем после того, как они возвращались домой? Как все это происходило и какие, ну, это искусственное, да, какое искусственное родство, как оно развивалось после того, как дети возвращались в свои дома? После того, как ребенок возвращался домой, или уже молодой мужчина возвращался в дом отца, устраивали ему торжественный прием, собирались и крестьяне, и дворяне вместе, и они молились за человека, вернувшегося домой и расставшегося с прежним домом. Это было очень эмоциональным ритуалом, и к тому же это помогало ребенку адаптироваться на новом месте.
он нес из дома воспитателя большой свет, но то же самое большую боль расставания. И как-то все старались, что в первую пору особенно поддержать его, хотя он был уже мужчина, у него были свои взгляды, ему нужна была своя сдержанность. И как-то старались его помочь ему, не очень-то афишируя это. Но со временем это все становилось в свое время, и их общение длилось долгие-долгие годы. Точки соприкосновения. Ну что ж, на этом наша передача сегодня завершилась. Мы говорили об институте, о талычествах, о традициях в культуре народов Абхазии и Самегрелу, и говорили о параллелях и о терминах, связанных с этим. Во всех этих вопросах нам сегодня помогала разбираться этнолог Нона Кубалия. Я вам напомню, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatinati.g, посмотреть одноименную страницу Facebook. Вела передачу и беседу Майя Пипе. Всего доброго. Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразно, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения. На прежнем месте в эфире радио Атинат в понедельник, среду и пятницу 16:16.